Еще не забыли, как бегать. Ветераны украинского футбола вернулись на поле. На стадионе «Спартак» состоялся турнир памяти Ильи Цимбаларя, нашего земляка, выдающегося украинского и российского футболиста. Семья, друзья и коллеги собрались на одном стадионе, чтобы в яркой борьбе определить победителя. Соревнования в память известного земляка устраивают не впервые. Это один из самых талантливых футболистов, воспитанников одесского футбола. Он даже был признан лучшим футболистом России. Он после Черноморцева уехал играть в московский «Спартак». Очень талантливый молодой человек. Прекрасно играл в «Черноморце», в «СКА» в одесском. И мы решили его увековечить. Коллеги и друзья Ильи Цимбаларя отмечают, что он еще при жизни стал футбольной легендой не только в Украине и России. Его признают спортивной звездой мира. Выдающийся спортсмен воспитал профессиональных футболистов. Его дети также сегодня тренируют, и им приятно, что об отце не забывают. Хотелось бы поблагодарить Федерацию футбола Одессы, Ассоциацию ветеранов футбола города Одессы, Петра Христофоровича Чалиби, которые помнят, которые любят. Под руководством Петра Христофоровича отец начинал свою футбольную карьеру, так сказать. Вот, огромное им спасибо за то, что помнят, за то, что проводят такие турниры. На этот раз на поле вышли спортсмены в возрасте старше 50 лет. Проигравших на турнире быть не могло. Главное, говорят участники матча, как можно чаще встречаться. Игроки рассказывают, что техника чуть ухудшилась, а вот спортивный дух и страсть к победе никуда не делись. Сейчас, через неделю или через две, мы начинаем 60+ памяти Александра Погорелова. Он чемпион Советского Союза, капитан был Днепропетровска, Днепра. Играл в «Черноморце», воспитанник футбольного клуба «Памир» Душанбе. Прекрасный был футболист. Вы же понимаете, ветеран вышел на поле, это уже победитель. Поэтому у нас проигравших не бывает, бывают только победители и чемпионы. Поэтому мы всех поздравляем ветеранов. Дай Бог им здоровья, счастья, удачи. Все играют, ждут этих всех чемпионатов. Ассоциация ветеранов футбола Одессы чтит память выдающихся спортсменов. Сергея Жаркова, Виктора Дукова, Александра Погорелова. Друзья футболистов вспоминают, как их уже ушедшие из жизни коллеги по цеху в свое время ковали славу одесского футбола. Выдающиеся спортсмены, чемпионы, они рано ушли из жизни, но успели оставить след в истории одесского и украинского футбола. Виталий Хемий, Игорь Исаенко, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».